Здравствуйте, дорогие девушки, меня зовут Жанна Санжак, я визажист, вы сейчас на моем канале. Я работаю уже визажистом 25 лет, 20 лет я преподаю, и я рассказываю женщинам про искусство красоты, и, конечно же, такая основная нить повествования – это омолаживающий макияж. И сейчас весна, сейчас очень актуально сделать макияж, который будет и незаметно, потому что мы все прекрасно знаем, что стоит посмотреть на себя в зеркало именно весной, и видно прямо, ну все, каждую вот пору, точечку, все что угодно. Поэтому весенний макияж, он должен быть, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, нужно как-то постараться выровнять все нюансы. И легкий макияж – это не всегда просто про легкие текстуры, потому что бывает, что легкие текстуры ничего не маскируют. Тогда в чем смысл? Так вот, легкий макияж, весенний макияж, он базируется на основных трех таких параметров. Это, с одной стороны, легкое покрытие, но более плотное. То есть, как это легкое, плотное? Сейчас я об этом расскажу. Это легкие цвета, это обязательно макияж, который построен на растушевках, чтобы не было четкость линий. Как только есть более четкие, грубоватые линии, они прекрасно смотрятся в зимний период, но вот когда наступает весна, и если мы хотим нежности и легкости, то тогда нам нужно пересмотреть немножко, как мы красим брови, как мы красим и делаем макияж губ, макияж глаз, потому что более четкие линии его утяжеляют, поэтому весенний макияж, он немножечко другой. Давайте приступим уже к нанесению, для того, чтобы вы поняли все нюансы. Ну что, начнем. В первую очередь, конечно, идеальный тон кожи. И тон кожи должен быть какой? Легкий. То есть, когда мы говорим про весенний макияж, он легкий не только по количеству средств, по цвету, но и по текстурам. По текстурам это что значит? Выбирайте тональные средства, у которых хорошая покрывающая способность. Нам нужно, чтобы кожа была абсолютно ровная, гладкая, но при этом, чтобы это тональное средство было легкое. Ну вот, например, у меня сейчас там из любимчиков это Dior Backstage. Вот у него как раз такая текстура. Я наношу его практически на все лицо. И для того, чтобы сделать как раз вот эту вот легкость, например, у вас тональный крем, который вы купили там, не знаю, полгода назад, и он плотный, и вы сейчас смотрите в зеркало и понимаете, что лицо как будто бы вот, ну, хочется полегче текстуры. Так вот, можно иногда не новый тональный крем покупать, а я не знаю, что многие девушки игнорируют вот эти вот бьюти-блендеры. Это супер вещь, потому что если вы будете наносить тональное средство вот таким бьюти-блендером, у вас как раз и получится то легкое полупрозрачное покрытие, но при этом с хорошим выравниванием. Вот это вот очень важно. И наношу, как я сказала, почти на все лицо. Это имеется в виду в большей степени на такую нашу работающую зону лица. Это центр лица, поэтому в основном вот здесь. И как раз наношу именно спонжиком. Сначала на руку, и потом вот такими движениями, у меня уже немножечко есть, он сейчас просто дублирую. Вот так вот начинаю с середины. И у меня получается как раз вот это легкое покрытие. Спонжик обязательно нужно смочить водой и очень хорошо отжать. И он получается не мокрый, он влажный. То есть влага, смотрите, с него не капает, да? Точнее, вода не капает. Но при этом он чувствуется, что он мокрый. И именно вот эта вот консистенция такая вот спонжика в таком состоянии позволяет сделать и плотненько, но прозрачненько, понимаете, вот это два в одном. Вот многие еще не купили и не понимают всю прелесть вот этого продукта. И когда наносите на центр, потом растушевываете вот так вот немножечко и к ушам, чуть-чуть на шею. Но шею я не люблю наносить тональный крем, потому что у меня вот эти мои кольца Венеры, туда все это собирается. Я обычно пудром пудрой или автозагаром. И когда я наношу тональный крем, опять же, чтобы сделать вот это легкое покрытие, стараюсь избегать вот этой вот зоны мимических морщин, чтобы вот сюда у меня вот эта текстура не завалилась. Что касается консилера, значит, консилер у меня, так, наверняка вы спросите, какой у меня тональный крем, у меня Dior Backstage 2N. И Clarins консилер, который тоже вот я просто обожаю. У меня номер 02. Выдавливаю на руку и наношу небольшое количество пальчиком сначала на руке. То есть я вот так вот делаю, смотрите.
убирая лишнее. Вот это тоже мало кто делает. Сразу выдавливают, сразу наносят или на кисточке. И потом опять получается вот тут вот перебор. Соответственно, вот чуть-чуть нанесли и немножечко дотронулись до самой теневой зоны. Вот и получается вот эта легкость. Этот консилер, у него хорошая покрывающая способность. То есть, опять же, покрытие у него плотненькое, хорошее. Но я наношу полупрозрачно. Полупрозрачно — это именно вот эта вот техника. Поэтому сюда дотронулась. Все, вы смотрите на своих глазах, где у вас теневая зона, куда нужно дотронуться пальчиком. Неудобно пальцем, делаем это кисточкой. Нам самое главное тоже не переборщить и не нанести вот на эту зону слишком много текстуры. Следующий шаг — это всегда у меня база под тени. В данном случае у меня NARS, цвет медиум. И следующий штрих — это румяна, хайлайтер и бронзер. Вот бронзер, кому он нужен? Он нужен тем девушкам, у кого кожа, например, там слишком розовая, слишком бледная, какая-то вот неживая, и вы хотите прям вот этой свежести, тогда вам можно бронзер. Если вам нравится ваш цвет лица, вы не хотите делать его более загорелым, не надо. Поэтому бронзер не всем, а по потребностям. Сейчас у меня Кика бронзер номер 102. Вот такой вот, я его очень люблю. И я его наношу как бронзер и также немножечко как скульптор. Сначала я наношу на центральную часть лица, вот так вот, даже как будто бы как румяна. А потом, если надо, чуть-чуть под скулой. Немножко нижние скулы, подбородок я не делаю себе, чтобы не сделать его короче. А потом как раз на шею, чтобы был плавный переход. И еще я очень часто делаю этот же цвет на глаза, прямо большой кисточкой. Что это дает? Это дает как раз вот такой вот общий тон, уже, видите, как бы отдохнувший. То есть лицо уже смотрится очень хорошо. Макияжа еще толком нету, но при этом как бы... Замечательно. Дальше идут румяна. Вот легкие цвета — это цвета, которые нежные, которые высветлены. Можно еще назвать их пастельные. Поэтому выбор румян будет как раз на весенний период согласовываться с тем, что они должны быть светлые. Они будут теплые или они будут холодные. Это будет зависеть уже от ваших предпочтений. И эти будут очень красиво, и вот эти будут красиво. Но обратите внимание, что они достаточно светлые. Значит, я сейчас нанесу розовые, это у меня не румяна, это у меня тени Inglot, розовые, такие даже розово-фиолетовые, номер 213, просто я их положила вот в этот, рефил положила в контейнер для теней. И наношу румяна на ту зону, где обычно появляется румянец. И как раз еще тут очень важно, чтобы вот была эта легкость, чтобы не было пятен. Поэтому вот, честно говоря, я использую одну кисточку. Она у меня и для бронзера, если надо, обычную пудру в течение дня, и, конечно же, румяна. И получается, что у меня кисточка, она уже смешалась с тем цветом. И когда я наношу румяна, у меня уже получается нанесение, оно такое, видите, как бы... Однородная. Что значит однородная? Это когда один цвет плавно перетекает в другой цвет, переходит там в нейтральный. То есть нету такого, что вот у меня здесь один цвет, тут бронзер, здесь у меня тон кожи, а здесь у меня румяна. Вот это вот переход плавный, он дает легкость. Как только будут какие-то более активные пятна, все, сразу это будет макияж смотреться более тяжелым. Хайлайтер — супер вещь для любого времени года. Но просто весной это дает дополнительно коже вот этот эффект лоска и свечения. Просто именно весной это особенно важно. Поэтому наношу, как правило, на самые классические выступающие зоны. Таким образом я создаю вот этот вот... эффект кожи полированной. Это подходит абсолютно всем, если наносить вот на эти вот классические зоны. Поэтому я особо не перебарщиваю с этим средством, потому что если нанести правильно, то тогда получается вау-эффект. И если переборщить, то какое-то блестящее жирное лицо. И это уже не смотрится богато, и это уже не создает вот эту естественность и легкость. Поэтому не злоупотребляем этими средствами и наносим на нужные зоны. Опять же, смотрите, вроде бы этот хайлайтер, это у меня Physical Formula, так, по цвету Pearl, жемчужный.
Вот так вот он выглядит. И смотрите, какой важный тут момент, да? Вот легкость – это не только текстура, еще форма, она может быть как легкая, так и тяжелая. Если я возьму и вот этот хайлайтер нанесу помасштабнее, вот так вот, то у меня вот эта часть лица, она будет более выступающая, соответственно, будет смотреться больше по размеру, и сразу больше размер даст тяжесть. Поэтому, видите, одно и то же средство, но если нанести слегка, то получается легкий вариант, нежный, а если я нанесу чуть-чуть помасштабнее, то у меня уже будет тяжелый вариант. Вот так вот одно и то же средство можно нанести по-разному, и будет разный эффект. Поэтому здесь легкость у нас должна быть в нескольких направлениях. Легкие текстуры, грамотное нанесение, чтобы не утяжелить форму, и таким образом они смотрятся легкие, легкие цвета и легкие линии. Линии тоже имеют значение. Поэтому, если вы зимой делали макияж какой-то более графичный, там стрелки, графичные брови, там четко очерченные губы, то весной это может смотреться тяжеловато. И нужно линии сделать мягкими. Поэтому переходим, например, на мягкие карандаши. Шучу, я имею в виду на мягкую растушевку. То есть вы делаете макияж бровей. Вот. Про брови у меня есть отдельный ролик. Обязательно посмотрите на моем канале. Я там рассказываю, как их правильно моделировать для своего лица. А сейчас я хочу сказать именно про растушевку. То есть, когда вы делаете рисунок бровей и после этого берете расчесочку для бровей и по контуру вот так вот растушевываете, то у вас тогда получается линия мягкая. Даже если она будет темная, она за счет вот этой легкой дымки по периметру будет смотреться мягче. Поэтому это тоже имеет огромное значение, особенно вот в этот нежный весенний период. Так и идет психологическое восприятие вот цвета и форм. Дальше макияж глаз. Вот здесь вот что касается цвета. Значит, когда мы выбираем в макияже цвет, то сейчас пока все, что я использовала, ну типа бесцветное. Когда мы говорим про цвет, то тогда здесь очень большое значение имеет одежда. Я не просто так в белом, потому что на фоне белого цвета, конечно же, любые другие нежные цвета, они как будто бы смотрятся, ну, более выразительно. Если я надену какой-нибудь яркий наряд по цвету, тут у меня, конечно, не наряд, но просто вот коробочка, то тогда макияж, который я выбираю, например, в достаточно нежных тонах, он может просто не работать, он просто исчезнет и, более того, может смотреться болезненно. Поэтому я всю жизнь говорю, да, сколько вот я уже преподаю, что макияж подбирается под одежду. Поэтому нам очень важно согласовывать вот эти цвета, которые находятся в зоне портрета. Поэтому выбор теней на весенний период, это могут быть персиковые, коралловые, да, ну, например, я бронзером нанесла, в принципе, для кого-то это уже будет как тени, ресницы накрасили, уже красиво. Персиковые, коралловые, голубые, нежно-зеленые, фиолетовые, вся вот эта палитра, практически любой цвет, он должен быть просто более светленький, более нежненький, но при этом не должен контрастировать с цветом одежды. Иначе, если тут ярко, то все бледненькое, оно сразу же будет смотреться как никакое. Поэтому хотя бы в зоне портрета что-нибудь светленькое, чтобы у вас получилась вот эта композиция. Значит, один вариант, да, можно взять цветные тени и сделать макияж такой, построенный на растушевке, то есть сделать такой достаточно масштабный, допустим, фиолетовый. Вот у меня вот здесь вот есть, видите, такой голубовато-фиолетовым что-то переливается. Поэтому я могу позаимствовать вот эту идею цвета и сделать макияж глаз в этой палитре. Переодела другие украшения или другой цвет одежды, соответственно, могу взять другую палитру. Значит, можно сделать масштабно вот так вот фиолетовые тени. Если вы смелая девушка, вам нравится, замечательно, делайте ее, это будет очень красиво. При этом не забудьте сделать более выразительные ресницы, и уже будет красивый весенний макияж. Если вы предпочитаете сначала, например, сделать небольшую коррекцию века, если оно, например, там объемное, нависшее, то тогда цветными тенями. Вот я бы не советовала делать, потому что для того, чтобы скорректировать века, светлый и тени не подходят, даже если они будут нежно-сиреневые, нежно-розовые, не подходят. Именно вот эту вот коррекцию, как бы раскрыть глаз, могут сделать
только тени, которые имеют достаточно такой насыщенный цвет. И, как правило, это бежево-коричневая палитра, которая будет создавать эффект глубины. Если века нависшие, нанесли немножко вот таких теней коричневых, и вы как раз сделали небольшую коррекцию века. Таким образом, глаз увеличился, века уже не такое нависшее. Поэтому, если вы это будете делать фиолетовым цветом, это уже будет смотреться как такой нарядный, красивый макияж. То есть, это не на каждый день. Поэтому, если вам есть что корректировать, сначала корректируем вашим любимым цветом, которым вы используете, чтобы, например, сделать вот этот естественный вид. И растушевка, как в бровях, так и во всем макияже, весной очень актуальна. Поэтому обязательно, просто обязательно возьмите и растушуйте тени так, чтобы не было четких переходов. Все, у вас уже получается легкий макияж. А вот уже следующий шаг, вы берете цветные тени. И цветные тени можно нанести, например, вот сюда, на подвижное веко. Один вариант. Другой вариант. Вы можете взять цветные карандаши, также прорисовать по контуру. И сверху темные ресницы. И вот этот цветовой нюанс, он будет так красиво смотреться. И вот у вас получится и цвет, и легкость, и яркость, и нежность. И нету какой-то графичной прорисовки. Вот такой вариант подойдет огромному количеству девушек. Значит, все зависит от возраста, от ваших задач, от ваших предпочтений, поэтому вы можете выбрать и так, и так, и так. Еще вариант. Вы берете, например, карандаш цветной, но не особо яркий, такой средней темноты. Что значит средней темноты? А вот смотрите, я сейчас их прорисую. Это такие холодного оттенка карандаши с фиолетовым подтоном, но один будет такой больше винный, другой фиолетовый средний и фиолетовый более яркий. Вот обратите внимание, что карандаши, видите, будут восприниматься по-разному. Вот они все цветные. И посмотрите, что на фоне вот этого цвета, вот этот уже не такой красивый яркий, а этот вообще как будто бы черный. А на самом деле очень красивый винный цвет. Вот этот потрясающий мой любимый карандаш, но на фоне, опять же, яркого он смотрится бледненько. Так вот, представляете, вы надели вот такую вот одежду яркую, а карандаши у вас более темные. Уже не получится вот этого хорошего эффекта. Если вы выбрали одежду темную, то вот этот цвет может смотреться немножечко бледненько, то есть нужно более яркий. Нужно понять одну важную вещь. Цвет не работает сам по себе. Вот типа вот вы выбрали, и вот он должен быть вот такой. Нет, он будет играть значение с тем, что будет рядом. Какие у вас по цвету глаза, какие волосы, какие украшения, какая одежда. И что у вас с макияжем здесь. Вы знаете, можно взять красивый цвет, например, вот этот яркий, да, нежненький. И при этом убить его просто яркой помадой. То есть вы помаду используете ту, которую вы использовали зимой, например. Да? А сегодня, раз весна, вы решили, что нужно сделать такой вот нежненький фиолетовый цвет карандаша. И этой помадой перебиваете цвет карандаша, и в итоге некрасиво. Понимаете, сколько тонкостей. Поэтому всегда говорю, макияж имеет значение не сам по себе. Нужно смотреть, как это все работает в комплексе. Итак, я хочу нежные цвета. Я хочу вот такой вот яркий фиолетовый цвет. Вот я сейчас его и беру. И делаю межресничную прорисовку. Вот к этому рисунку теней. Делаю так вот достаточно смело, масштабно прям прорисовываю. Так как он не темный, я не боюсь перетемнить. И не боюсь даже, что он у меня прорисует по нижнему веку. Так, более того, я могу еще специально здесь прорисовать. Зачем? Чтобы как раз вот этот цвет был такой достаточно выразительный. Знаете, какая тоже бывает ошибка, когда девушки красят, например, вот таким светленьким карандашом и делают очень-очень деликатно. И тогда может получиться, что вы, знаете, как будто чуть-чуть дотронулись, и эффект воспаленного глаза. То есть, если вы берете такой цвет, то тогда нужно, и чтобы передача этого цвета была достаточно яркая. Поэтому смелее, не бойтесь, он не темный, он яркий. Яркий, но при этом еще светлый. Поэтому он должен быть, как вот вы рисуете на коже вот здесь, также более активно и на глазах. Тогда этот цвет будет работать. Иначе это будут воспаленные глаза.
Добавляем немножко легкости текстуры. В данном случае это у меня будут тени Релуи Про. Цвет 31. Они такие розово-сиреневые. То есть усиливая вот этот эффект. Да? И видите, они с таким тоже свечением. И вот немножечко, мне кажется, будет перекликаться тоже с моими украшениями. Беру пальчиком опять же и наношу только вот сюда на подвижную часть века. Совсем слегка. И вот это вот сияние, оно будет смотреться, опять же, светлое сияние или слегка цветное, более легким. Видите? Это придает еще такую вот как бы чистоту вот этому нежному цвету карандаша. Таким образом, у меня получается, что я и века отмоделировала, и вот как раз те, кто любят какие-то там цветные вещи, просто когда девушки постарше делают тени масштабно яркие, смотрится, ну, не совсем как бы естественно, и такой макияж, он может уже быть нелегкий, а мы же про легкость. И вот, пожалуйста, видите, вот эти светлые блестящие тени, они подходят для девушек любого возраста смело. Тушь. Тушь может быть черная, тушь может быть цветная. Но цветная не делайте, чтобы тушь была вот такого же светлого цвета. Тогда ресницы будут как будто бы выбеленные. Наоборот, лучше то, что была темная. Например, темно-синяя, темно-фиолетовая. Темно-коричневая будет очень красиво. Ну и черная классика. У меня Кика фиолетовая 01. Вот такая вот. И она темно-фиолетовая. И я сейчас делаю ресницы этой тушью. Посмотрите, как здорово. Глаза просто искрятся. Это все именно вот в комплексе так работает. Очень часто меня спрашивают: Жанна, какая у вас помада, какая помада? Вы знаете, я редко крашу, вот ну, беру там один цвет, нанесла и все. И любую помаду я стараюсь вписать в этот общий образ. Сейчас я беру блеск Clarins. Да, вот он у меня такой дежурный, я его обожаю, номер 07. И наношу просто на губы. Так, он такой легкий розовый. В принципе, мне кажется, его достаточно. Он сюда прекрасно вписывается. В данном случае, как я говорила, не перекрикивает. То есть помада не перетягивает на себя весь фокус внимания. А наоборот, вот этот цвет и вот этот цвет карандаша, они по интенсивности как бы одинаковые. Таким образом, они работают на усиление друг друга. Например, если вам захотелось добавить немножко другого цвета, вот смотрите, если я возьму вот такую помаду и накрашу достаточно интенсивно, то у меня весь фокус внимания перейдет на губы, и вот этот цвет будет смотреться уже не такой светленький, не такой чистенький. Но при этом можно сделать этот цвет, только нужно дозировку. А дозировка, у меня тут блеск, и если я на блеск чуть-чуть наношу помаду, блеск и капельку меняет оттенок, становится немножечко более фиолетовый, а не такой розовый. И вот уже, видите, капельку поярче. В данном случае тоже смотрится хорошо. Но если я возьму какую-то более темную помаду, или, например, какую-нибудь коричневую, да, теплую, темную и теплую, то тогда уже весь этот макияж, он просто исчезнет. Он не будет так смотреться красиво. Поэтому всегда смотрим не отдельно на какую-то помаду. Ой, вам понравилась вот эта помада, вы сейчас купите, и будет такой же эффект. Не факт. Надо смотреть, чтобы смотрелось все это в комплексе. Ну вот. Получается очень свежо. Я иногда беру спонжиком, когда нужно сделать более плавные переходы. Вот так вот делаю по румянам, чтобы все эти средства, хайлайтер, румяна, бронзер, между собой как бы очень хорошо соединились в красивый единый цвет. Как вам макияж? Напишите, пожалуйста, сможете ли вы себе такой же тоже сделать? Нравится ли вам такой эффект? Выбор карандаша можно сделать в зависимости от того, что вам сейчас больше нравится. Какой цвет вас больше вдохновляет? Ну вот, сразу нежное, весеннее, сияющее. Прекрасно. Девушки, спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если оно вам понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях ту тему, которую хотели бы, чтобы я осветила. И я обязательно сделаю ролик, чтобы рассказать вам про искусство красоты. Благодарю вас за внимание и увидимся в следующем ролике. До встречи! Ну, попробуем убить помаду. Ой, макияж. Ну вот, цвет помады, который был очень хорош.
осенью и зимой. А вот сейчас он просто тяжелый. Вот сразу исчезла вот эта вот легкость. Да это было лучше. Все, вес перешел вот сюда. Вес, это не значит, что губы какие-то большие, да? А имеется в виду, что темный цвет, он смотрится весомее. И поэтому темный цвет, где внизу сразу весь фокус внимания, вот сюда. И уже вот эта вся легкость и нежность цвета теней, она куда-то исчезла. Так, хочу обратно. Видите, да? Вот так. Давайте обратно. Так, сейчас немножко возьму тонального средства. Потому что когда вытираешь постоянно губы, потом помаду тестируешь, они когда уже такие сочные, следующий цвет получается искажается. Беру опять свой розовенький тон. Блеск. Свежачок. И вот эту помаду.